Девушка, девушка. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Ну, а зачем камеры? Ну, меня зовут Алексей, для начала. Я агент. Агент, который подбирает модели для съемок кино. Вы не хотели бы себя попробовать? Ну, как-то я об этом не думала. Нет? Не хотите? Нет. Я просто раньше этим не занималась, и как бы я... А что за кино? Ну, это ролики, видеоролики всякие, допустим. Ну, например, про кастинги, про моду, что вы не слышали? Про моду. Ну, моду, да. А потом, если получится все у нас, то широкоэкранное кино можно снять. А это что такое? Ну, большие фильмы, там, двухчасовые. Понятно. Просто я вас заметил, вот вас, вы нам очень подходите. Спасибо, очень симпатично. А визитка есть у вас? Да, конечно, я вам оставлю визитку обязательно. Давайте. Вы просто так отлично выглядите, нам подходите. У вас шикарная фигура просто. Спасибо. Вот. Давайте сделаем так, я оставлю вам визиточку, а вы мне позвоните, мы встретимся у меня в студии, вот, и попробуем снять пробные ролики. Хорошо. Тут записан мой телефончик. Окей. Хорошо. А как вас зовут, вы не сказали? Зовут меня Ирина. Ирина, очень приятно. Не забудьте меня, Алексей, ну там все записано. Да, я вижу. Я буду рад видеть вас у себя. Хорошо, спасибо. Хорошо? Спасибо. До свидания. До свидания, увидимся. Супер, девочка. Мне повезло. Супер, супер. Оценили. Тебе нравится у меня студия? Хорошо, да, правда? Да, уютненько у вас так. Недавно ремонтик сделал, так что предлагаю тебе сразу раздеться, ну, курточку снять, курточку и сапожки. Вот. Курточку можно там на подоконничек положить. Как с погодкой сегодня? Да, сегодня нормально. Сегодня получше, да? Потеплее, чем вчера. Ага. Молодец, присаживайся. Спасибо. Ага, вот так вот по центру. Ты какая-то сосредоточенная, ну, улыбайся хоть. Просто как-то неудобно, столько всего вокруг. Да? Ну, первый раз в такой непривычной обстановке, да? Ну, да. Не попадало, наверное, еще такие вот под цвет прожекторов. Да. Смотри, в общем, идея такая, я тебя пригласил для того, чтобы мы с тобой сняли хотя бы один качественный ролик, надо нормально так сделать, чтобы показать продюсеру. И потом уже... Под это они дадут нам нормальные деньги, чтобы мы уже полнометражное хорошее кино снимали для людей. Мне нужно от тебя что для этого? Ну, чтобы ты, во-первых, ну, вела себя раскованно, не стеснялась ничего. Тут кроме нас все равно никого нет с тобой. А ты вообще вот хотел спросить, ну, там, не знаю, раньше нигде не выступала, там, ну, в качестве там танцовщицы, там. У тебя просто фигура такая, хорошей балерины. Поэтому я тебя и спрашиваю, подумал, может быть. То есть это будет у тебя первый опыт, да, сниматься в кино, да? Ну давай будем пробовать с тобой. Веди себя посмелее, раскованнее тогда. Будем раскрывать в тебе звездочку. Ты точно звезда талантливая, это я прям чувствую. У меня глаз наметан. Ну давай начнем. С кофточки, там кофточку снимешь, чтобы красиво так, тебе же кофточка сейчас, да? Это обязательно, просто... Ну, это было бы здорово. Это было бы очень здорово. Ну, считай, как в Голливуде тоже, наверное, режиссеры, они полностью раздевают своих актрис, чтобы посмотреть, годятся они для их кино или не годятся. Представь себе будущей голливудской звездой. Просто как бы есть малый человек, не знаю, оценить, не оценить. Ну, мои уже действия. Здесь, ну, я понял, что ты стесняешься. Но тебя уже здесь нету, и ты не переживай, он об этом не узнает.
Мы же снимаем не для него ролик, а для себя. Вот. То есть обнаженным надо быть только здесь, а в кино, когда будем снимать, все остальные сцены будем обсуждать, так что не стесняйся. Его здесь нет, тут только ты и я. Ты симпатичная, я чертовски привлекательный.